Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю здоров'я. Навзаєм. На календарі у нас 7 лютого. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із заяви з Пентагону. Там сказали про те, що якщо Сполучені Штати схиблять із допомогою Україні, це заохотить Китай до агресії. Мовляв, послаблення американської підтримки України може стати небезпечним сигналом не тільки для Російської Федерації, а й для Китаю. Тому потрібно чітко усвідомлювати наслідки. Про це сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Романе Григоровичу, з вашої точки зору, що стоїть за цими словами? Невже Китай може вступити у війну? Ну, не в войну против Украины, он уже давно в этой войне, он ее и начинал вместе с Россией, а в войну против Тайваня. Ну, то есть, это в войну имеется в виду на восточных рубежах. А это уже проблема для Японии, для тех же Соединенных Штатов. Это называется, если россияне поимеют какой-то успех, это значит потеря той доминанты американского оружия. То есть американское оружие проиграло, и это уже, конечно, будет как спусковой крючок для выполнения боевых действий китайской армии против Тайваня. Но это как минимум против Тайваня, потому что Китай участвует еще во многих конфликтах, опосредственно, по крайней мере, или косвенно, ну то есть в зависимости от ширины конфликта, они есть, и проигрыш американского оружия на нашей войне с Россией, это как раз будет таким большой проблемой американцам. Это имелось в виду, то есть это в положительную к нам сторону, то есть пододвигает американский политикум принимать правильные решения для помощи Украине, естественно, американским оружием. Проте це ще один збройний конфлікт, збройне протистояння. Чи витримає, в принципі, земний шар, так, з вашої точки зору, і тоді от, чи означає це вже третю світову? Ну, она уже идет, там еще даже и четвертая, если считать холодную войну, третьей, она была в свое время так. Потому очередная война мировая уже идет, началась она где-то в 2008 году с оккупации части Грузии россиянами, никакой реакции не последовало. Дальше проба пера, так сказать, по миру, включая в том числе и в 2014 году захват Крыма, захват Донбасса, и вот то, что мы сейчас имеем, это продолжение этой мировой войны, она может просто усилиться, или за счет новых очагов, где еще могут возникнуть очаги возгорания, она может увеличить свою географию, не более того, война уже идет. Відомо, що Шольц підійде до президента Байдена, і вони обговорять допомогу та підтримку Україні під час цієї зустрічі. Зустріч запланована на 9 лютого. Скажіть, будь ласка, що важливого можуть ухвалити Байден та Шольц разом для України? Чого можна очікувати? Все буде залежати, яку парадигму вони виберуть на цей рік. Якщо замирення всіх конфліктів, це може бути, тому що ми це бачимо вже по Ближньому Востоку, намагаються присадити Ізраїль от его экспансии на арабские территории. Это может быть и у нас в том числе попытаются остановить действия российской армии. Но опять же в контексте, допустим, замораживания конфликта, это значит и на нас будут давить разными способами, в том числе и не передавая достаточное количество вооружений. Это такое бывает косвенное давление, так называемое. Это тоже может быть, если в этой парадигме, это будет проблема для нас. Нам тогда в этот год заниматься только в основном операциями активной обороны и не более того. То есть можно не рассчитывать на какие-то масштабные действия, кроме авиационной и ракетной компоненты. А если это будет все-таки принято решение, особенно под давлением европейцев, европейцы тоже долго воевать не собираются, то есть у них есть свои экономические моменты и проблемы в том числе. И если будет принято решение под давлением уже европейской компоненты по решению вопроса в силовом исполнении, то есть увеличение нам помощи, тогда очень быстро вопрос будет перенаправлен на европейскую составляющую, то есть Европа нам передаст достаточное количество оружия для выполнения наступательных задач в этом году с положительной динамикой для нас. Американцы подтянутся уже, там есть несколько программ, даже если не примут полностью там
нам 60 миллиардов, у них есть несколько программ, и президент Соединенных Штатов может, в принципе, делать что угодно, если это прямо не запрещено либо законами, либо сенатом. Раз это так, то, в принципе, у Байдена остается несколько механизмов помощи нам, и вместе с Европой не выполнят эту задачу. Будет понятно после того, как они встретятся, и после того, как себя Шольц поведет в Европе. Это вот буквально за неделю после возврата с контакта Байдена будет это понятно. То есть если они увеличат определенное финансирование, начнут передавать, особенно в информационном потоке, начнут передавать достаточное количество вооружений, это значит принята вторая удобная для нас парадигма в выполнении задач в этом году. Ви сказали про те, що є ризик заморозку, так, і, можливо, про це можуть говорити. Тобто, тоді, Роман Григорович, просто публічні заяви, так, цих політиків говорять про зовсім протилежне і про інакшу ситуацію. Тоді, чи може це свідчити про те, що тривають якісь тоді непублічні тоді розмови, з вашої точки зору? І чи вигідно тоді Байдену, так, зокрема, Сполученим Штатам Америки і Європі, ось такий сценарій, про який ви говорите? Ну, Европе он точно не выгоден. Дело в том, что он уж никуда не денется, проблема останется, и она будет усугубляться для Европы. А Байдену это может быть выгодно, если в планах, а в основном в планах политических некоторых разработок, особенно по предвыборных кампаниях, показать какое-то миротворчество. То есть, по большому счету, Байдену надо небольшая победа, допустим, над Россией, разгром России в этом году. Ему надо какой-то мирный договор, то есть замирение сторон для того, чтобы не переносить его в следующую каденцию. Это выгодно и всегда так делалось, потому для нас это опасно. То есть на каком уровне Байден видит там какую-то остановку? Если это на уровне зачистки полностью от россиян Крыма в этом году, так это хорошее видение. А если на линии фронта, как сейчас, то есть на линии боевого соприкосновения, которая сейчас, это не очень хороший сценарий. Вот именно это и будет понятно. То есть передадут нам Таурусы или нет, передадут нам Атакамсы или нет, передадут в каком количестве F-16, с каким вооружением. Вот это будет понятно, что приняли в конце концов Байден и тот же Шольц. Но опять же, они ничего не примут без нас, потому что все упирается в наши действия. И понятно, что мы зависим, там полностью зависим от поставок вооружений, но как их использовать, мы сами решаем. Не вот как мы их будем использовать в обороне, в наступлении, в дальних ударах, в ближних, зависит будет как раз от принятия уже нами решения по определенным действиям. Заморозки не будет, это точно. Нам это точно невыгодно. Европе это невыгодно. Нам на европейском континенте надо уничтожить Российскую империю, а это рассадник всех проблем последних как минимум несколько сотен лет на евразийском континенте. И если мы их не разорвем в этот раз, ну они опять будут лезть на Запад, их тянет оттуда лет последнюю тысячу лет, с Востока всех тянет почему-то на Запад. Уже и потепление идет на Восток. Уже в ту сторону, чтобы там потеплее было. И все равно тянет на Запад, как медом намазано. Потому никуда мы не денемся, нам придется. Мы тут в этом смысле завязаны на выполнение этой задачи. На разгром россиян, Российской империи вместе с Европой. Ну, уже Соединенные Штаты здесь болтаются. Но не всегда болтаются, в конце концов, вокруг каких-то своих интересов. И даже некоторые моменты, связанные нашей территории, они решают в свою пользу, потому здесь есть вот эта проблема. Но я думаю, сейчас Европа уже становится все-таки, мы уже видим, за два года Европа поднялась в оборонном потенциале довольно-таки серьезно. Те учения, которые проходят, то увеличение бюджета военных, производство вооружений и обучение, даже я бы так сказал, обучение европейских армий на нашем конфликте с Россией, оно же происходит, обратная связь однозначно есть, потому это все говорит о том, что Европа начинает думать о своей безопасности. Тем более впереди там выборы в Соединенных Штатах. И здесь надо понимать, что европейцы тоже видят эту неуверенность политических элит Соединенных Штатов в каких-то действиях на нашем континенте. Потому, я думаю, здесь есть такой же большой плюс. Тут бы, наверное, Байдену прилететь к Шольцу, а не Шольцу лететь к Байдену. При цьому ми бачимо, що президент Байден закликає Конгрес ухвалити так подальшу підтримку Україні і говорить, що годинник цокає. Скажіть, будь ласка, от Російська Федерація може цією ситуацією наразі скористатися на фронті?
Ну, однозначно, они ж чувствуют какое-то провисание, особенно это чувствуется по недостатку боеприпасов, это сразу отыгрывает противник, перераспределяя усилия и иногда меняя планы. Потому увеличение наступательных действий, которые мы в последнее время видим, это как раз связано с этой нерешительностью наших партнеров передать достаточное количество боеприпасов. У нас проблема только на данный момент, можно сказать, только в боеприпасах. Если бы хватило хотя бы по 10 тысяч в сутки отстреливаться, не было бы никакой положительной динамики бы у россиян. Сколько бы они ни скопили, у нас сейчас лучшее положение по географии расположения фронта, обороны, не есть только недостаток именно в боеприпасах. Я думаю, этот вопрос тоже будет обговариваться на встрече Байдена и Шольца. Они это прекрасно понимают, потому я думаю, этот вопрос тоже будет решен. Ми сказали про те, що наші партнери не наважуються дати нам боєприпаси. То проблема тільки в цьому полягає, тому що, дивіться, Жозеп Борель, вчора ми з вами, до речі, обговорювали його візит до Києва, за підсумками зустрічі, із, зокрема, із прем'єр-міністром, він сказав про те, що Євросоюз передасть Україні 1 мільйон 155 тисяч боєприпасів до кінця 2024 року. Так от причина в чому тоді полягає, так я уточню у вас, скажіть, будь ласка, і чи маємо ми цей час от до кінця року? Ну, это мы в прошлом году слышали о миллионе до конца 2023 года, сейчас слышим о 1 200 000 до конца этого года. Это цифры, которые произносятся политиками, не всегда ложатся на карту действий таковых. Ну, хорошо, мы, конечно, это послушали, большое спасибо. Если так получится, а дальше уже будем смотреть, как само будет само количество поставок, какими партиями, когда, с каких регионов, то есть здесь это целый процесс, который, ну, сейчас прогнозировать очень сложно. Надежда у нас однозначно есть на это количество боеприпасов. Оно уже есть, в принципе, теоретически возможно произвести даже на европейских заводах, ну, то есть на европейской базе. И оно производится, просто пока еще работают те договора, которые заключили частные компании европейские с третьими странами, они должны отгрузить определенное количество, надо просто увеличить объем, либо увеличить закупки по другим производителям, не только в Евросоюзе, увеличить закупки, допустим, в той же Турции, в той же Южной Корее, Южной Африке, то есть еще есть площадки по производству боеприпасов разного уровня, разных калибров, потому что у нас помимо 155-го калибра у нас нужен и 122-й, 152-й, мы еще советским вооружением также работаем, и мины нужны, и 82-я, 120-я, то есть целый спектр боеприпасов. Единственное, что у нас есть 105-й калибр, здесь, в принципе, чуть ли не в ограниченном количестве, но он мало используется, потому что это своеобразное орудие. А вот основные виды, их просто для того, чтобы вопрос решить, их надо закупать, а это значит позволить выход денег, то есть евро, за пределы Евросоюза. Это уже принимать решение политикам Евросоюза. Здесь уже мы впереди, даже можно спрогнозировать, какие две страны, угадайте с двух раз, какие две страны будут против такого рода закупок. То есть Венгрия и Словакия уже однозначно пометили красным, а даже постановку такого вопроса. Поэтому будем надеяться только на производство европейских, увеличение производства европейских производителей и, может быть, вопрос по переносам сроки поставок третьим странам того произведенного вооружения, которое они уже произвели. Я уточню ще, якщо дозволите, скажіть, будь ласка, проблему нестачі боєприпасів. От на фронті ви вже бачите, що це відображається? Ну, місяця два однозначно. У нас і проблеми почалися на фронті по деяким направленням. Ми ж вийшли на хороші рубежі. В прошлому году були заняты хорошие оборонные рубежи, и вот те проседания по некоторым позициям, которые мы видим в районе Авдеевки, в районе Маринки, в районе Купянска и Кременной, это как раз вот именно из-за недостатка боеприпасов. Да и сложное положение наших ребят на левом берегу, особенно сейчас, оно как раз и обусловлено недостатком боеприпасов. У нас соотношение с россиянами 1:5. А это нехорошее соотношение, даже, ну, хотя бы 1:3, 1:2, а так получается 1:5, то есть довольно-таки тяжелое положение. По некоторым позициям 1:10 на Восточном фронте, там, где они пытаются двигаться с помощью огненного вала, они до сих пор это используют, и тот боевой потенциал, который накопили, они могут производить сами около 5 тысяч снарядов, и 3-5 тысяч им добавляют Северная Корея, Иран и
Китай, то есть на данный момент у россиян, понятно, не 60, не 70, как было в прошлом году или позапрошлом, а 10 тысяч, всего лишь до 10, но тем не менее соотношение с количеством у нас в их пользу, не в нашу, это точно, и это вызывает некоторые отходы от и потерю ранее занятых позиций. Романе Григоровичу, говоримо і сьогодні про можливе звільнення головкома Валерія Залужного. Чи не щоденно так з'являється якась нова інформація, якісь можливі сценарії, версії? Знову ж таки, видання «Українська правда» із посиланням на свої дані знову пише про те, що заміна станеться найближчими днями. Вони говорять про те, що в ході нещодавнього візиту заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд дала зрозуміти, що Вашингтону не подобається ідея з відставкою Залужного. Однак публічно Білий Дім сказав, що це чисто українське внутрішнє питання. Так ми пам'ятаємо слова Сальвіна. І один із високопоставлених представників команди Зеленського сказав про те, що все буде спокійно, не так, як всі собі уявляють. Та й Залужний вже внутрішньо прийняв, що точно йде. Валерію Федоровичу точно не потрібні жодні мітинги чи заворушення. Якщо, не дай Бог, хтось щось почне робити, то він тут же вийде із закликами, що якщо комусь кортить продемонструвати героїзм, то йдіть на фронт. Як ви вважаєте, що чи саме ось такий сценарій матиме можливе звільнення Залужного? Ну, первое, Залужный выполняет боевые задачи на своем посту на данный момент со всей своей командой. Есть определенное давление, оно, естественно, не нравится ни самому Залужному, ни команде, ни вооруженным силам Украины, потому что информационный поток уже перешел некоторую черту, за которой уже точно должны последовать какие-то действия. Ну, то есть одно дело, когда это ИПСО российское, вот мы где-то месяц назад с вами про это говорили, некоторые попытки внутренних дестабилизирующих сил политических в основном раскачать ситуацию на этой теме. А другое дело, когда она уже этот вопрос зашел слишком глубоко. И значит, будет какие-то действия. Вопрос, какие и когда, это самое главное. И что, допустим, пытаются прикрыть негативом или информационным потоком. Надо посмотреть, что в это время что-то кто-то делает. Проталкивают сейчас под прикрытием вопроса отставки Залужного сейчас через Верховную Раду просовывают коррупционный законопроект о мобилизации, пытаются просунуть абсолютно ненужный Украине и украинцам законопроект о двойном гражданстве, абсолютно идущий вразрез Конституции Украины, 4-я статья, единое у нас гражданство, единое, не множественное, не еще какое-то, то есть, но пытаются просунуть. Вот представьте себе, после того, как Орбан получит украинский паспорт, это ж возможно поэтому, или Фицо, они становятся президентами Украины с хорошей финансовой накачкой, сами знаете откуда, зачем это нам надо. Или вдруг, не дай бог, тому же Орбану захочется вернуть или захватить украинские земли Закарпатья, и начнется война между венграми и украинцами. Вот представьте, украинские венгры, у которых два паспорта, венгерский и украинский, за кого они будут воевать и на какой территории, где сразу. То есть есть такие вещи концептуальные, которые сейчас пытаются пропихнуть. До этого это был с 1 января включение рынка земли для юридических лиц. Он запустился, у нас землю начали продавать. Не довольно-таки скоро и споро, по крайней мере, эти негативы есть. И вот, может быть, как раз под этим негативным моментом по Залужному пытаются просунуть что-то еще более негативное, но на данный момент не подсвечиваемое. Надо еще посмотреть, что еще пытаются просунуть. Тем более в закрытом режиме у нас Рада, уже пересидевшая определенный срок, до сих пор не открыла двери перед журналистами. То есть они все это делают за закрытыми дверями. Есть эти моменты. Потому надо посмотреть вообще, что происходит в самом деле. То есть пока идут разговоры о снятии Залужного, в это время делаются дела. Так вот, лучше фактаж этих дел освещать. А если будет что-то по Залужному, ну потом уже посмотрим, во-первых, куда. Мы уже несколько раз с вами говорили. Даже если возникает вопрос о его переводе или снятии, это же две разные разницы. Если снятие – это одно, а если перевод – это другое, допустим, министром обороны, премьер-министром или выше по служебной лестнице. Это тоже вопрос, и вот лучше его проговаривать. А вот некоторые сценарии от неназванных источников,
постоявших где-то возле какой-то печки, что-то где-то услышавших, ну и так далее и тому подобное. Это пока как сценарии, больше вбрасываемые для проговора в информационном потоке, а не фактаж в чистом виде. Фактаж в чистом виде: генерал Залужный вместе с командой выполняет на данный момент свои служебные обязанности. Романе Григоровичу, я уточню, якщо дозволите, а все ж таки от ваша так точка зору, чому президент хоче звільнити головкома Валерія Залужного, тобто в чому основна причина? Сложно, очень сложно определить причину. Ее будет понятно после самого действия как такового или бездействия как такового. Но, по крайней мере, сейчас уже очень негативное восприятие и у общества, и во внешнем в сегменте. Та же самая картина, много непоняток, связанных даже просто с информационным потоком. Так еще действия нет, а информационный поток уже негатив. То есть это сильно ударит по нашей обороноспособности, сильно ударит по доверию тому же верховному главнокомандующему и как президенту на внешнем поле, то тоже будут вопросы. Скорее всего, они уже есть, не просто так же нулом прилетела Боррель у нас сегодня. То есть эти вопросы как-то поднимаются, решаются, и к чему они приведут, вот это вот будет понятно, а что случилось на самом деле. То есть что было стартовой, кто нажал на спусковой крючок, имеется в виду, кто на курок нажал. То есть что произошло, где генерация этих идей и какова причина этой генерации. Пока на данный момент непонятно, потому что везде негатив. Вот если бы было видно где-то хоть какой-то позитивный момент, можно было бы понять, что происходит. А сейчас получается, куда ни посмотри, таких действий, даже просто от информационного потока, везде один негатив. И потому здесь причину очень сложно определить. Внутреннюю, это здесь политическую, мы с вами это уже говорили. Но это вряд ли генерация, то есть это информационный поток. А реальная, допустим, причина, с точки зрения военной, это происки нашего врага. Почему? Потому что у нас тоже та же задача — снести управление вооруженными силами Российской Федерации. И у россиян, думаете, другая задача — снести управление вооруженными силами Украины. Вот, то есть основной выгодополучатель — это как раз наш противник. А вот что движет людьми, которые принимают решения даже просто на информационный поток, это будет понятно после самих действий или бездействия как такового. Скажіть, будь ласка, а ось весь цей шум от наразі впливає на рішення нашого генерального штабу і відповідно на як наслідок чи може впливати на фронт? Ну, однозначно, это уже сейчас даже просто, это я же говорю, что одно дело, когда это был просто информационный поток, а это уже перейшло определенную грань по времени, то есть только он не держится, значит, есть какая-то проблема, и именно эта проблема давит однозначно на, во-первых, на принятие решений в сфере обороноспособности. То есть это проблема с обороноспособностью нашего государства. Естественно, это давит на принятие решений, на армию как таковую, на всю вертикаль армии. Армия так устроена, это единый организм. Куда бы вы ни тронули, вы обязательно попадете на всех сразу. То есть это вертикаль управления, это пирамида управления в армии. Это ж не политическая тема. Это именно один единый организм, и он сразу чувствует давление какое-то, совершаемое извне. И ему противится, самое интересное. Тут же вопрос какой. Одно дело, допустим, давят на нас противники, это одна реакция. Если это внутреннее какое-то давление, другая реакция, она есть. И значит, снижается давление на противника. Почему любому противнику выгодна вот генерация такого рода и идей, и действий как таковых? Окупанти обстріляли Київ та регіони. Чергова масована атака відбулася, зокрема, 6 регіонів були під ударом ворога. Знищено 44 повітряні цілі, це 29 ракет та 15 ударних БПЛА. Є багато постраждалих, на жаль, є загиблі. Також є інформація, що під час масованих атак на Україну більшість ракет Російської Федерації летять у бік Польщі. Всі системи безпеки перебувають у повній бойовій готовності. Про це говорив міністр оборони Польщі. Романе Григоровичу, скажіть, будь ласка, ось ця сьогоднішня атака, вона якось відрізняється від попередніх? Ви, можливо, побачили якісь зміни в тактиці Російської Федерації? І те, що ось ці ракети летять в напрямку до Польщі, це є провокацією, знову ж таки, Російської Федерації? Ну, дело в том, что все ракеты летят сначала на Запад.
откуда бы их не запускали. Даже если с юго-востока запускают, они идут на северо-запад, может быть на север, но потом отворачивают на запад. Потому тут можно сказать, с точки зрения географии, все ракеты летят в сторону Польши, если они запускаются, особенно с самолетов над Каспийским морем. Понятно, что они проходят, ну, их сбивают над Украиной, но общее направление это на запад. Потому тут чуть некорректная, по крайней мере, подача информации или вопрос как таковой, который формулируется нашими партнерами. То есть они и так летят в ту сторону. Вопрос, как на это реагировать и в каком виде проводить действия, то есть для того, чтобы они не достигли, допустим, Польши. Уничтожать их на польской территории, либо уничтожать их над нашей территорией. Вот этот вопрос, ну, он пока еще в информационном потоке не обсуждается. Хотя реально для поляков оптимальный вариант как раз уничтожать все ракеты, которые идут в сторону Польши. Это ж можно сказать не только на Польшу, на ту же Англию или Испанию или Италию, в Германию, это ж в ту сторону получается. Потому если бы НАТО приняло решение перехватывать эти ракеты над территорией Украины, это было бы, конечно, положительно для нас. Мы бы могли эти вопросы согласовать. А по большому счету они вообще могли принять решение объявить, допустим, зону бесполетной зоной на территории Украины. Они тоже могут это сделать. Хотя, опять же, какую бесполетную, если нам сейчас будут передавать F-16, мы летать точно будем. То есть, значит, надо использовать западные средства, так мы и так их уже используем. То есть, по большому счету, натовцам сейчас уже нет смысла, так сказать, как-то негативно к этому относиться, к этому вопросу. Они вообще могут сейчас всю систему обороны, особенно противовоздушные, строить на нашей восточной границе, на границе между Украиной и Россией. А чего нет? Уже ЗРК натовские у нас, мы обучаемся на базах натовских, то есть практически НАТО участвует в уничтожении, но только кто будет кнопку нажимать, они все равно, поляк это будет нажимать на кнопку или украинец, это же уже смысла не имеет, Патриот все равно же работать будет американский. То есть по большому счету здесь такое, есть перспектива для роста, для принятия решений, может быть они уже и будут, раз уже начали поднимать авиацию в конце второго года боевых действий, то прогресс налицо. Уже может скоро что-то вот и такого рода решение прийти. Романе Георгійовичу, традиційно три бліц-запитання підготувала для вас. Скажіть, будь ласка, Швейцарія просить Китай взяти участь у мирній конференції щодо України. Вдасться це умовити? А зачем он там нам нужен? Какая, во-первых, что за мирная? Это тут базовый вопрос. Какая мирная конференция? А мы что, победили Россию? Мы что, ее разгромили? Мы довели до развала Российской империи. Вообще какой вопрос по мирной конференции? Какой Китай, если он участвует, непосредственно участвует в боях против Украины и китайское оружие уничтожает наши укрепрайоны и убивает украинцев? Какой Китай? Какая мирная инициатива? Вообще ни о чем речь. Непонятно, кто это все сгенерировал. В основном это надо как раз для замораживания конфликта. Тут же вопрос может быть один. Если вы воюете, то какая мирная инициатива? Если мирная инициатива, то чего вы воюете тогда? Ну, это называется невпихуемое. Поэтому все эти генераторы этих мирных инициатив работают на Россию однозначно, стартово, то есть с самого базиса. Но это все тянется еще с 27 марта 2022 года, когда практически часть Украины и России сдавалась. Крым и Донбасс, тогда участвовали Резниковы, Умеровы, Арахамии, Подоляки, то есть вся эта контора, которая до сих пор пытается руководить ситуацией. Чи можна вважати, що створення нового роду військ, сил безпілотних систем історичним рішенням? Да, однозначно. И за ним должна последовать вот это род войск, это беспилотники. Они вырастут, в конце концов, у них перспектива в ближайшие несколько десятков лет дойти до уровня вида войск. То есть практически, может быть, даже заменить по некоторым позициям авиацию, потому что идут уже производство тяжелых беспилотников. Мы в них участвуем. Посмотрите на турецкое производство, это той же Кизилельмы из проекта МИУС. Наши двигатели, тяжелый беспилотник, больше тонны весом уже берет на борт боеприпасов, то есть туда еще закачать искусственный интеллект, и в принципе летчик уже не нужен, то есть это впереди,
у этого рода войск, который сейчас организован, дальше уже дорасти до вида войск и участвовать в стратегическом планировании. Параллельно сейчас надо запускать вопрос, мы тоже неоднократно говорили, о создании, воссоздании вида военно-воздушных сил, военно-воздушных сил Украины, вида войск, так как это тоже должно быть стратегическое планирование. Командующий военно-воздушными силами должен участвовать в стратегическом планировании, а то и вообще быть одним из руководителей вооруженных сил Украины, именно командующий ВВС. Посмотрите, кто сейчас командует, допустим, комитетом начальников штабов в Пентагоне. Генерал Чарльз Браун, летчик-инструктор F-16, то есть это летчик, который прошел эту стезю, и, естественно, он видит со своей стороны, участвует или а то и генерирует стратегические направления. То есть вот в этом направлении надо двигаться. Вот один из кирпичиков этого направления заложен созданием рода войск беспилотников. Скажіть, будь ласка, російська влада більше не має загрози з боку ПВК «Вагнер»? Ні, звісно. Вона, її і не було. Діло в тому, що ПВК «Вагнер» – це був інструмент в определенних між таких конфесіальних внутрі кремлівських розборок, не більше того. Тобто це був інструмент, вони можуть підняти будь-який другий молоток, кирпич чи ще щось. Тому сам «Вагнер» не був генератором проблемы. Проблема это между война между башнями Кремля, она до сих пор продолжается. Роман Григорович, щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви щоденно ділитеся своїми знаннями та приділяєте час нашим глядачам. Звичайно, будемо слідкувати за подіями і будемо аналізувати. І я вас чекаю завтра у нас в гостях. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Я нагадую, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам, зокрема і Роману Григоровичу. І чекаю завтра всіх у нас у гостях. Дякую. До свидания.